В Твери прошел общегородской рейд, в рамках которого специалисты районных администраций с помощью автоматических комплексов выявили факт размещения автомобилей и мотоциклов на газонах, в парках, скверах и в других запрещенных для парковки местах. Только 7 апреля в ходе прошедшего рейда было зафиксировано 338 фактов несоблюдения правил парковки. Владельцам назначено административное наказание в виде штрафов. При этом их количество, выписанное с начала года, уже вплотную подбирается к 1000. С начала 2023 года к административной ответственности привлечены 894 автовладельца. По итогам судебного обжалования отменены 12 постановлений административной комиссии о назначении таким лицам административного наказания. Стоит отметить, что размещение автомобилей на территориях, занятых зелеными насаждениями, является административным правонарушением, за которое установлено наказание в виде штрафа. Его размер составляет от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юрлиц. Рекомендую всем автовладельцам учесть данное обстоятельство, что будут проводиться регулярные рейды, и все виновные лица будут привлекаться к административной ответственности в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Напомню, что согласно правилам благоустройства на территории Твери, на озелененных территориях общего пользования не разрешается передвигаться на автомобилях или мотоциклах и парковать их на газонах и цветниках вне зависимости от времени года, за исключением случаев осуществления необходимых работ и при условии восстановления газона. Во дворах также нельзя парковать машины на детских площадках и пешеходной зоне.